ребятушки, всем приветушки. Всем хаюшки. Да. Вырвались мы с арены. Кое-как выжили. И будем сейчас ночью пытаться добираться. Дай только растаем умение, наверное. Ой. Что-то у меня, кстати, да, я удары потише сделаю, а ты прям вообще... выключи игру, выключи громкость. Чего выключить? Ну, не знаю, нажми куда-нибудь, чтобы мы оба были как бы в паузе. Все понял. Вот, я чуть-чуть потише сделал громкость спецэффектов. Оставлю музыку, наверное, на том уровне, и громкость речи тоже на том оставлю. Все. Так. Сейчас надо исправить навыки. Подправить их на что-нибудь более хорошее. Мгновенный побег позволяет моногенно от кусака освободиться. Моногенно. Моногамно. Моногамногемно. Я хочу такой же костюм, как у тебя. Устройство оглушен. Так, мгновенно убить. Ну, нет, да, это палево. А, ну, в принципе, улетел. Просто. Ладно, пойдем. Спасибо, что подождал. Кровавый фейерверк. Danger Voltage. Ну, где это? Ага, понятно, тут. Тут некуда. Я тебя слышал, падла. Ай-яй-яй, он за мной. Нет. Ладно, бежим. Тобой? Нету никого за тобой. Есть. Так, кстати, пойду сейчас этого убью. Кого? Ну, этого. За которого 3000 дают. А, давай. Так, сейчас только да, я сменю. Что у меня там? Единичка, топорик. Военная винтовка. Так, ща. Только тихо, смотри, не подходи к нему. О, он спалил, что ли? Ну. Ладно. Ну, чувак, блин. Так он нас спалил, а если бы он убежал? Он нас не спалил. А чё он встал? Он просто стоял. Это нормально для него. Не верю. Это для него нормально. Тихо. Это для него нормально. Ладно, я побежал дальше, короче. Окей. Хорошо. Так. Не забываем, что у нас есть кошка, которую мы ночью, как правило, не используем. Из-за того, что ты ленивая, так сказать. Я нет. Ох, нифига, мне только что опыту дали. За что? За ловушку. В смысле? Ну, я это самое, активировал ловушку, машину, и она там бомбанула как следует. Давай, я тебя жду здесь. Эй, пошел отсюда. Фу. Так лучше. Они, по идее, к тебе не подходят. Ну, потому что я ловушку включил. На самом деле, там как бы я кое-что еще сделал. Я накидал там гранат до хрена и больше. Нормально. Так, Эй. Да, можно сюда забраться, отлично, кошкой. Найдите туннель, а мы пришли не к туннелю, мы пришли к складу Райса. А нам чуть в ту сторону. А там в зону, да? Да. В смысле, где... Ну, в смысле, туда нельзя пройти. Где Заяц? Ну да, там территория вообще, конец игры. Да. Заяц. В смысле, Райс, но... Кому какое дело? Будет Зайцем. Ничего страшного. Господи, да всем насрать. Да. Так. Бежим. Да, зажигается таким образом. Капец, твои выстрелы громче, чем мои. Так, дай хотя бы второго я убью, что ли. Да ради бога. С первым ты мне так же говорил. Ничего я не говорил. Говорил. Он убегает. А с фига ли он убегает? Ну, спалил, видимо, тебя. Как? Не знаю. Тихо. Догонишь? Должен.
Полетал! Охота на бегунов. Он умер. Нет. Нет, он умер. Ачивку угадали. Так, а теперь текаем отсюда. Нет, ты бы видел, как он полетал. Я видел. Ну все, тогда вообще отлично. Это было красиво. Это было эпично. Так, ладно. Самый простой способ смотаться, это сделать вот так вот. Блин, и никого не закоцало. Бывает. А, тут тупик. На мост. Нам тем более все равно сюда. Охота на бегунов. Что-то мы уже как-то забили обследовать полицейские машины. А там. Потому что нам уже нет смысла, мы уже все нашли. Не все, там еще будет более крутое оружие. Там можно катану найти. Там будет еще более крутое оружие. Намного круче. Быстро в дверь! Я еще флешечку туда кинул. Да твою ж налево. Зачем ты отдал ему флешку с данными? Так. Я возьму катану. Странно. А, ну да. Все логично. Да, хотя нет, да, я заменю на самом деле военную на полицейскую. Потому что мне полицейская больше нравится, она стреляет шотами. А та все-таки. А у меня вообще патронов нету. Yeah, that's me. Good to meet you. You change your scenery. So did you take Jade through too? She's from here. Dark hair, pretty, tough as nails. Maybe. Don't know. Здесь не хватает фразы, дальше ты сам. Знаешь, я буду твоим проводником, пройду тебя 3 метра. Да. Ну все, дальше ты найдешь дорогу. Да-да-да. Какая чернота, она даже фонариком не освещается. Нет, ты посмотри на это. А ничего, что нам оружие нужно, нет? Или он просто боится, если мы его вытащим? Слушай, ну тут стрелки есть, я думаю, мы без него, в принципе, добрались бы. Думаешь, это стрелки для нас? Ну да, вон, смотри, выжившие. Look, Dad, да ладно, нас уже знают, чувак. А, так мы же ему помогли. А, ах ты! Тауд, we need to talk about your situation. Sorry about the wild goose chase, but I couldn't risk you tailing me. These guys are pretty serious about following their procedures. This isn't fair to Salma. That's not the point. So, what is? You got something in mind? I've still got a gun, you know. Crane, we've got a rule. Everybody minds their own business. If you don't follow the rules, you don't go through. No problem. Мы-то уйдем, а вот вы не факт. дайте мне пистолет, я тут... Ты че на меня рот открываешь? Жует он тут. Дайте мне пистолет, я всех зарежу. Так, ну с кем нам там пообщаться? Опять с ним? Не, вот серьезно, да? То есть я буду твоим проводником. Блин, да я бы до суда и сам дошел. Я понял, что идти по стрелкам. Оу, нам еще и карта недоступна. Тихо-тихо. Мы сюда пойдем сейчас. Ой, меня сдвигают, смотри, он со мной его сдвигает. Блин, мужик! Прям, ой. Силач. Давай, скажи еще что-нибудь, ну. Ладно. Ты чё, тут как бы дышать можно, если чё. Я не знаю, я всегда в играх старался не дышать, когда мой персонаж не дышит. Угу. Поиграй, пожалуйста, в игру в поисках Немо. Ты прям шутник, да?
Да, пошучено. Ага, затроллено. Оу. Ну это как один из вариаций того, как можно здесь пройти. Я так понимаю. Вообще сейчас посмотрю, что у нас там сверху есть, погоди. Ага, я примерно понял, как нам надо. Подтягивайся. Хотя, блин, у нас же есть сраная кошка. Не, так лучше. Так будет по чесноку. Ну ладно, лезь по чесноку. Забыл, как выпрыгивать. Еще чуть не упал. Так, где моя кошка? Кошатница. Ой. Так. Тут какой-то газ, мне это не нравится. Еще я весь в чем-то липком. Давай проверим, что это за газ. Душ. Душ. Уи! Так, ну мы люди странные, поэтому мы по стрелочкам не ходим, мы ходим по всем остальным. Мы ходим по тупикам, да? Мы ходим по тупикам, да. Не, ну я заранее просто предупредил. Так, вот тут можно вверх было подняться, но подняться нельзя. Блин, в чем тихо. Да чё, пускай говорит, что тебе? Ну так я хочу слышать диалог, блин. Или туман какой-то, или это лицо. Да тебя облили, ты только что плавал, блин. В каком-то дерьме. Вот, кстати, жалко, что здесь катана, еще одна. О, может, не скинешь? А, мне же все равно нельзя. Мне можно будет 16 уровня. А я 15. Так, ты тут ничего не обыскиваешь? Может, тут какие-нибудь статуэточки лежат, например? Ну так обыскиваю, есть они там или нет? Ух ты! Жук! Чё? Ничего, жук, говорю ты. Не, ну блин, так... хотел через кошку выпрыгнуть отсюда, не получилось. Не прокатило. Не прокатило, действительно. Так, здесь есть только баллоны. Ну как же без этого? Так. О, о, ну как ты выжила? Двухствольное ружье. Какое-то оно деревянное. Так, ну чувак, я так понимаю, нам... определенно, наверное, не сюда. Как не сюда? Потому что... А, нет, сюда, но через верх. Там есть что-нибудь интересное с той стороны? Не, вообще ничего. Я наверху только нашел двухстволку и все. Где конкретно? Наверху, наверху. Вон, где труп лежит. Наверху. Увидел? Нет. Да вот, вот, ближе сюда. Труп лежит, видишь? Нет, я трупа не вижу, говорю. А, у меня труп. Вот где вот ты сейчас упал. Вот, на вот эту... двустволка где. У меня хоть будет двустволка первый раз. Не купил, так нашел, да? Да. Блин, вот зря вот ты вот здесь вот на это. Что? Надымил? Я не зажигал, там уже было так. Оу, тут пожарник. Иди туши давай, иди туши. Занимайся своей официальной работой, да? Да. Сейчас, смотри, смотри. Привет, пожарничек! Он тебе чуть не зарядил. На так тебе. Так он мне такие зарядил. Не, сейчас дай добью. Дай добью. Все. Называется «Привет пожарникам». Не, катана, кстати, очень сильная. Ну да. А еще, если еще какие-нибудь порезы там... Я ей прокачал яд максимальный. Ну, от этого, от... Ну, еще ж тогда, помнишь, бегали, искали. Да-да-да. Открыл? Да. Так, правда, этого на записи не было, но... Оп, отходим, отходим. Оу! Эй, че он не взрывается? Потому что надо сделать так. И подхилиться. Блин, как это было громко. И прямо в ухо. Громко и прямо в ухо. Воу! Пошел ты. Схватить меня хотел, да? Они вдвоем бам с шотом. Ну ладно, ты там разберешься. Красный ящик откроешь? О, сзади, сзади. Все, минус. О, мишка. Смотри, еще один мишка. А, и журнал боевых действий рядом с мишкой. Хорошо. А еще полицейская винтовка. Вот она. И патроны. О, винтовочные патроны. Винтовочные патроны. Патроны. Винтровочные патроны. Винтровочные панталоны. А че они не поднимаются? Давай, открывай, да потому что у тебя полные.
Не может быть. А, да. Воу. Я всего лишь подобрал винтовку. Не сегодня. Да не, я специально сделал, чтобы ты рано ушел. Ну, то есть, я ее мог к тебе поднести, например. А там она бы бомбанула. Да я знал, что ты так сделаешь. Я видел эту штучку. Ну, так я у нее еще стоял, главное. Че, джигурда? Или как? Блин, я что-то не могу открыть эту хрень. А вот. Две а что ты тут, а что ты тут делал-то все это время? Вот, открывал. Да, конечно, ага. Так долго? А, вообще-то эту открывать долго. Это сложнее, чем красный ящик. Окей. Ну так, если что. Ну ладно, ладно, уговорил. Верю, верю, ладно. Не злись, верю. Так, все, конечно, хорошо, но... Только не говорите, что нам вон туда. Нет, кошкой туда нельзя. Не, ну я типа, знаешь. Эй, в потолок уперся. Такой, дынц. Ладно, на самом деле нам вот сюда. Да, я прям гений. Я прям гений. Кто ты, гей? Гений. С тебя пример не беру. Да, да, конечно. Так, вниз вставать нельзя. Можно, тут нельзя, мешки. Там кислота. Там нет, мешки. Я в смысле на пол. А, ну так это логично. Хотя зачем нам вставать вниз, не понятно. Ау! А не, вниз можно вставать, кстати. Можно, да? Проверено, опробовано. Апробировано. Так, на самом деле, мне катана больше нравится. Так, идем по палочке, по палочке, по палочке. Так, подожди, тут сундук. Скрывай. А, это фигня, сундук. Не, ну может, вдруг там что-то эпичное будет. Нет, там показывается серый предмет. Аэрозоль! Все, я бегу за этим сундуком. Что может быть лучше аэрозоля? Два аэрозоля. Sorry, but I had no choice. Rise has me by the balls. What did you do? What I had to. What can I say? The world is an unforgiving place. Я так понимаю, нас подставили. Да. Ах ты ж... Собака! Такая-то. А, ты сам себя запикивать будешь? Я сказал... У которой нету ничего. Так, я бы на твоем месте не прыгал. Кавабанга! Вау! Вау! Ты проплыл? Да. Блин, я не от. Сейчас я попробую добраться к ним и перестрелять. Жди там. Ага, нашел лестницу. Ну все, ребята. Вам жопец. Вы хотели убить моего друга, и вы убили его. Вы трупы. Нет, блин, я так... Я труп! Так, где ты... А, все, я нашел лестницу, сейчас я вот, может, успею. Да не надо, там народу полно. Тем более, всего 2800 поднял. Я бы, может быть, их перебил. У меня 2600 сняли лично. Так. На самом деле я как-то кривовато пострелял. Мне не понравилось. Сейчас постреляю еще раз. Такой, бежим. Давайте слева, я справа. Давай, зачищаем территорию. Меня напрягло то, что он... Давай, осталось по противнику. А, патроны кончились.
Так. Все. Вот и все. Люди Райса подохли, как собаки. Как они и жили, собственно говоря. Так, наберем винтовок, потом их продадим. Да зачем? Ну, продадим. А зачем? Так продать. Так они стоят копейки. Нормально. Лучше уж, чем ничего. Тоже верно. В принципе-то говоря. На войне все средства хороши. Так, просканим область. Вдруг здесь что интересного? Ну, у меня ничего нет. Винтовочные патроны тут тоже неинтересны. Так, ну, нам вообще-то туда. Я в курсе, но я пластик должен был забрать. Ты что, это важно? Да. Это важно. Пластик это... Без пластика вообще никуда. Без пластика и жизнь не малина. А куда дальше? Нам вообще-то сюда. Ты не туда пошел. Да? Но я еще раз искупнулся. Напоследок. О, надо помыться, помыться, это хорошо. Смыл пот и кровь. Потокровь. Прям как котопес. Только потокровь. Кота... Потокровь. Кровопот. Кротокровь. Ладно. Хэра придумывает синонимы синонимом. Синонимы? Да. Словосочетание? Точнее, антонимы, а не синонимы. По идее, синонимы это близкие по значению, антонимы близкие по звучанию. По-моему, ну да. По-моему, так. Наверное. Черт, чему меня учит школа? Я до сих пор это помню, блин. Столько лет прошло. О, тут мешочек, слышь? У меня нет, у меня там алкоголь. Вот, видишь, я тебе говорю, можно тут что-нибудь найти эпичное. Ну, далеко не всегда. Так, мы вышли в город, ребята, это... Это город. Это, наверное, новая локация, нет? Тихо. Ай, хир, Самсон. Ай, Самсон, хир. Ай, Самсон, хир. Все? Самсон из хир, зис. Reckon, do you copy? Crane here. What's going on, mate? Tell everyone to stay away from the saviors. They sold me out to Rice. I barely made it out alive. Shit. I hope you're okay. Be sure to contact Troy when you get to Sector Zero. She's the only friendly face you have over there. Got it, will do. Keep your fingers crossed for me. Ну, у меня инвентарь заполнен. Ты знаешь, что сейчас было? Че? Статуэтка. Где? Вот тут. Сейчас на столе. Я, короче, подбежал подобрать винтовку. И он у меня вместе с трупом ее положил, короче. Кстати, на, вот здесь вот возьми, катану я тебе кинул. Так она мне рано еще. Но все равно пусть будет. Смотри, как красиво лежит. Где? А. Блин, у меня инвентарь заполнен. Ты понял, нет, что я сказал? Да. Хотел себе оставить, думаю, лучше. Ну ладно. Отдам другу. От души. А может, мне уже можно? Может, и можно, я не знаю. Ой, я случайным образом нашел то место, куда... Мне можно, да? Или такой, ой, нет, нельзя. А, можно покинуть здесь здание. Можно. Блин, жалко, что она не двуручная. Она... Ну, в смысле, не тяжелая. Ну да, она как раз... Ты взял статуэтку? Нет. Я тут ищу помимо... Господи, что с моими трупами? Одного я подобрал в карман, а второй у меня стоит почти боком. Ты посмотришь, что тут вообще аномалии. Господи, что с моими трупами? Одного я подобрал в карман, второй у меня стоит. Ну, боком. Нет, просто это... Чего? А, нет, сюда нельзя. Или ты там еще собираешь? Я еще собираю, решил пройтись по этому. Мы, наверное, здесь, собственно, закончим, я думаю. По полтинничек уже, да? Ой, тридцатничек? Ну, 25 минут, ну, я думаю, хватит. Ну, окей. Ну, мы вышли как бы, живы, здоровы, собрали, и... Ты статуэтку взял? Нет! Так а что ты не берешь-то? Где она? Да вот тут на столе. Где? Либо вот тут вот. Вижу! А, вот там, ну ладно. Короче, ладно, я думаю, что тут мы можем и закончить. Прямо тут, так пойдем на переход. Да коне, давай прям тут. А хотя, ну да, закончим. Пойдем на переход. На подгрузочке. О, тут еще что-то есть. Ты тут все подобрал? Да. Там интересного у меня ничего лично не было. У меня тоже все серое.